Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную домашнюю буженину в рукаве. Мясо получается сочным, нежным, в процессе нарезания не ломается и не крошится. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Для начала приготовим маринад. Берем кастрюлю подходящего размера, вливаем в нее воду, добавляем соль, кориандр, семена горчицы, лавровый листик, черный душистый перец горошком, гвоздику. Размешиваем и отправляем на огонь. Накрываем крышкой и ждем, пока закипит. Кипятим 1-2 минуты, после чего огонь выключаем и даем маринаду полностью остыть. Теперь нарезаем чеснок пластинками. И отправляем его в остывший маринад. Затем в кастрюлю с маринадом помещаем мясо. Закрываем кастрюлю крышкой и отправляем в холодильник не меньше, чем на сутки. За пару часов до запекания достаем кастрюлю с мясом из холодильника и даем мясу прогреться до комнатной температуры. Дальше вынимаем мясо из маринада, промакиваем его от лишней жидкости, а затем натираем острым перцем, паприкой и горчицей. Так вот хорошо втираем в кусочек, чтобы он был равномерно покрыт со всех сторон. Затем помещаем мясо в рукав. Сверху раскладываем специи, которые были у нас в маринаде. Завязываем рукав с двух сторон. Сверху делаем несколько проколов зубочисткой для выхода пара. И отправляем в духовку. Духовка заранее нагрета до 200 градусов. Как только поставим мясо, температуру снижаем до 180 градусов. И запекать будем 1 час и 30 минут, поскольку у нас вес мяса 1,3 кг. На каждый килограмм мяса надо примерно час времени. Прошел 1 час и 25 минут. Достаем мясо. Аккуратненько разрезаем рукав сверху. Очень старайтесь аккуратно, очень горячие, чтобы не обжечься паром. Теперь отворачиваем края. Сверху счищаем вот эти все приправы, которые мы поклали с маринада. Включаем гриль и даем минут 5-7 покрыться мясу румяной корочкой. Через 5 минут достаем мясо из духовки. Перекладываем его горячим прямо на фольгу и хорошо замакиваем. Растираем плотненько его и оставляем отдыхать как минимум на полчаса. Это если мы хотим его нарезать в горячем состоянии. Если мы планируем холодную закуску нарезать из этой буженины, значит оставляем в фольге до полного остывания, а потом кладем в холодильник. Прошло 12 часов, мясо успело у меня полностью остыть. Даже в холодильнике полежало уже почти 3 часа. Сейчас я хочу разрезать и посмотреть, какое мясо получилось в разрезе. Вот так, мясо прекрасно нарезается, даже тоненькими кусочками. И получилось такое вот сочное, красивое внутри. Очень будет хорошо смотреться, как нарезка на праздничном столе. Вот и все. Вкуснейшая домашняя буженина готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.